Больше 4000 квадратных метров дороги приводят в порядок так называемыми картами на пятой просеке. Из-за густонаселенности микрорайона проезжая часть пользуется большим спросом и славится насыщенным трафиком, как утром, так и в течение всего дня. Работы ведутся во всех районах города. Отдельно хотим отметить тот факт, что работа выполняется в том числе и вблизи образовательных учреждений. Так, на пятой просеке выполняются работы по ремонту картами. В местах массового притяжения граждан, там, где есть образовательные учреждения, работы ведутся в приоритетном порядке. Исправить дефекты асфальтового покрытия взялись дорожники. Чтобы не усложнять дорожную ситуацию, работать выходят в ночь. Только на одном участке трудится 25 человек и порядка 15 единиц техники. Из-за большого трафика дорога очень быстро приходит в негодность, поэтому появилась необходимость в ремонте данного участка. Сейчас идет подготовка, следом идет укладка. За ночь отремонтировали 2500 квадратных метров дороги. Сначала занимаются фрезерованием, срезают разрушенный слой асфальта. Далее выставление колодцев на проектную высоту. А на третьем этапе предусмотрена укладка асфальтобетонной смеси с предварительной очисткой участка от пыли и грязи. Здесь применяют новую современную смесь асфальта А16ВН. Это один из базовых принципов нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» – использовать исключительно современные материалы. За работами ведется регулярный контроль городскими службами. Работы на объекте подходят к своему завершению. Сегодня в ночь подрядная организация планирует охватить работами финальные 2500 квадратов по основному ходу дороги. Затем отремонтируют примыкание и по современным стандартам обустроят 2 пешеходных перехода. Мария Левина, Сергей Баскин. События.